Комната страха, музыкальный салон и зумба-флешмоб. Как проходят летние каникулы в Заринске, узнали наши корреспонденты. День начинается с зарядки, потом линейка, а потом мы идем на завтрак. На здоровый завтрак. В детском пришкольном лагере «Радуга» все по расписанию. Но соблюдать график не скучно. Дисциплина помогает не пропустить все самое интересное. Город мастеров, комнату страха, музыкальный салон и зумба-флешмоб. Целью нашего лагеря является оздоровление детей. Дети посещают пожарную часть, ДК-строитель, скалодром. Здесь в лагере проходят мероприятия по жизнестойкости. Тематика смены «Год кино в России». Преподаватели рассказывают об истории кинематографа, а воспитанники – о своих кинокумирах. И часто вкусы вожатых и детей совпадают, ведь разница в возрасте между ними не такая уж и большая. Первый раз вожатый или первый? Первый раз. Как тебе? Нравится? Ну, очень нравится. Дети хорошие, веселые. Всего в Заринске работает 7 пришкольных лагерей и одна специализированная смена для детей с ограниченными возможностями здоровья. Этим летом в них отдохнут 1500 ребят. Ольга Диянова, Светлана Ахтемирова, Алексей Панин. Новости.